куда мы едем? Да, в Тылку. Сейчас заезжаем в Тылку. На навигаторе, вот она. Тылка. Это все. Дальше дорог нет. Обычно. Это такой уголок интересный. Тупичок. Туда приехали, и только обратно можно по этой дороге. Все. Налево, направо, прямо. Только на внедорожнике его куда ходит, да? Или пешочком. Все, больше никак. Да, вот она. Деревенька Тылка. Речка Тылка. Дальше мы уже поедем куда-нибудь. На крутой ключ, все там. Блин, полировано. Ну, реклама. Можно смело ехать. Это женщина реклама. Ну, купал, слушайте. Ну, все, понял. Как бы влево-то есть, но это... Да, прикольно. Короче, едем, сами не знаем куда, чисто по карте. Как это? Ты идешь по карте, не знаем куда, уже знаем куда. По карте, ну как бы дороги-то там нарисованы, ну какие-то странные все. Ну, тут такой лес вообще, конечно, интересно. Просто едем пока, куда глаза глядят. Какая-то дорожка есть в навигаторе, где-то там на карте на старой обозначено. Значит, можно проехать. Вот мы и едем. Самое главное, 8 часов домой вернуться, а то не пустят. Интересно зверям. Наверное, тоже удобнее по дороге бегать. Следы вон здесь. По дороге. Наш кораблик плывет. Вот решили колеса не спускать. И стащила жопу. Вот она, вершина и цел. Вот это колесико спущено до 0,2. Если есть смелые, можно ездить на таких колесах по любому снегу практически. Вот так спущенная резина едет. Потихонечку укатываем колею. И в следующий раз спокойно уже поедем. Вон, видите, какая лепешечка. Оп-оп-оп. Уезжаем. Так, потихоньку, сильно не рубимся и выезжаем. Оп-оп-оп-оп-оп.
явно. А чуть другой снег и все, едет лучше. Амортизаторы поменял, сразу поехал машина. Понижайка помогает очень здорово. Вот это вот супер пониженная. Из нее едем вверх. Здесь градусов 10. Снег, глубина приличная. Но наст. Если не провалимся, заедем. Проваливаемся. Назад. Аккуратно. Аккуратно назад. Заезжаем, едем дальше. Так довольно-таки узенько, но пытаемся проехать. По насту. Снегоходы накатали. Как бы с одной стороны это хорошо, то есть можно одним колесом держаться за этот наст. С другой стороны, если провалишься, капец. Поэтому надо аккуратненько, не спешить. Ну все, наконец-то. Без ведерки. Видишь, я хотел переехать ее. Вот такой вариант. Без ведерки уже никак. К сожалению. Ну и все, копать полностью. Поехали, поехали, поехали. Аккуратненько. Поехали. Ты сам видишь. Как тут ехать-то? Не знаю, зачем ты поехал. Затми его. Вот думаете, почему автомобиль этот едет? Потому что я его тяну. Реально. Вот.
Так бы он не поехал. В Рубику не страшно ходить. Тут принцип, ну, да? Пока не провалишься. Саня! А? У вас там с машинами-то кто? Или все там стоят? Кто? Не, ну машинки. Всех отпустили? Наша машина там стоит. Это и ЦИЛ. А машины сегодня никого нет там, да? Так. А я это думал, что там парни. Большой Таганай, гора крутится. Так. Киалинский кордон. Слушай, там такая речка. Надо хорошая. Проверить по звуку, УАЗик далеко не стоит. Сейчас так. Почему? Самолет будет. Вот эта гора, кстати, я не знаю, как она называется. Вот это. Ближняя? Ага. Слышь? Гора Юрма. Фу, порядочка машина. Киали, вот тут в этой яме течет. Где? Yeah. Вот в этой яме. В этой долине. Тяжелый уже, не то что не совсем крючок, такой вот бетон. Доделай. Надо, там нас мы утрамбовали, там туда наверх надо будет за камни цепляться и затягиваться. На верхушку? Ну нет, не на верхушку, а там видел площадку.